Кравченко. Мне сказали, надо говорить три раза. Кравченко. Скажите, сколько время? Все ли мы делаем по 14:05? В принципе, хорошо. Кравченко, простите. Так. Крутим, 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 крутим. Крутим, крутим, крутим. Стоп. Я поняла. Хорошо. Вытягивай. Ну что там, какая следующая фишка? Ну что ж, разыгрываем следующий денежный сертификат. Так, это не сюда. Крутим? Крутим или нет? Я ничего не услышала? О, уже громче, хорошо. Вот это интересное. Стой, 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 Маша. Что там? Что-то интересное? Баришевский. 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 Я все правильно представила. Баришевский. Раз. Баришевский. Баришевский. Два. Ну все, я тогда подъеду. Баришевский. Хорошо. Три. Но он же мужчина. Не переживай. Хорошо. Следующий. Чернева, Чернева. А говорите ваш номер телефона. Да, да, да. Аплодисменты. Вы получаете денежный сертификат. Хорошо. У тебя с мамой или с бабушкой? И с мамой, и с бабушкой. Не переживай, что у тебя руки замерзли. Проходите. Давайте. Идите ко мне. Иди сюда. Ты не переживаешь? Будет дальше разыгрывать денежный сертификат. Аплодисменты, пожалуйста. Ты что, все? Ты устал? А мы дальше крутим. Хорошо. Диктуйте ваш номер телефона. Еще раз. Да, совершенно верно. Обладатель следующего сертификата. Возьмите, пожалуйста, аплодисменты. Так, это сюда. Это сюда. И у нас осталось еще два сертификата. И будем призы. Вы помните, какие призы были у нас? Да. Давай бумажки, которые застряли, не будем. Хорошо?
Елена, ваши аплодисменты. Денежный сертификат ваш. Что, меняем человека? Заходи. А мы крутим, крутим, крутим и ожидаем ваши 100. Гавриленко. Гавриленко. Есть такие. Хорошо. А номер телефончика? Совершенно верно. Ваши аплодисменты. Последний денежный сертификат ваш. Мы вас поздравляем. Ну что, переходим разыгрывать Bluetooth-колонку. Ты готова? Хорошо, ну что, аплодисменты. Аплодисменты. Я забыла, простите. Еще раз. Я пишу колонка. Вы с нашими котами отправляетесь наверх получать подарок. Хорошо. Пока мы ожидаем возвращения наших котов, я хочу спросить у вас, задать вам вопрос. Вам нужно хором, чем громче, тем лучше, из 4 перечисленных слов выбрать ненужное. Договорились? Итак, поехали. Платье, кофта, сапоги, футболка. Сапоги! Сапоги. Еще варианты? Футболка. Видите? Взрослые выбирают футболки, потому что то более зимнее, правда? А честно вам скажу, и то правильно, потому что там идет кофта, а все остальное одежда. Вы поняли. Хорошо. Второе. Шуба, пальто, куртка, сарафан. 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 Туфли, сапоги, босоножки, юбка. 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 Детская футболка, детское платье, детский комбинезон, мужская футболка. Мужская. Готов. Нет, мне мама нужна ваша. А, Назарик, ты будешь помогать? Вы знаете, что это? Что это, знаете? Бой с карате, еще варианты. Что? Кто умеет? Кто умеет? Иди сюда. Назарик, можно на тебе? Давайте. Нашелся на защиту. Под аплодисменты, да, показывайте маме, как это делается. Ну а вдруг будет сын депутатом, либо каким-то. Хорошо, на себе. Хорошо. На себе. Показывайте. А давайте повернемся. Так. Я так и знала, что это котики. Я вижу. Уже дождемся. Но скажите, а кто еще умеет галстук? Что? Умею. Сейчас время безгалстучное. А где наша обладательница колонки? Честно, вместо галстука маски галстук. Давайте будем показывать всех, приводить и показывать подарочек. Хорошо, аплодисменты, да, сделали. Давайте мы вам за это кружечку подарим, нашу последнюю. Хорошо. Есть еще малыши, да, у нас? Где наши мальчики? Кто-нибудь, давай. О, вы уже выиграли денежный сертификат. Пожалуйста. Я сейчас положу. Крутим, мы говорим стоп. Стоп, давайте вот эту бумажечку не трогаем. Договорились? Что мы выиграем сейчас? Снегоход. Снегоход Романенко.
Раз. Романенко. Два. Романенко, говорите ваши ходи. 0,50. Так, совершенно верно. Это обладатель снегохода. Давайте аплодисменты, пожалуйста. Пока прошу вас прийти к нам, показать. Возьмите бумажечку вашу. Возьмите вашу бумажечку, а мы продолжаем небольшую викторину в ожидании котов. Опять же говорим громко.